Джунусбеков Худайберген родился в 1907 году в Карагандинской области. Работал рабочим на Каргрес-1 поселка Самаркандского. В армию призван 27 июля 1941 года Кировским райвоенкоматом города Караганды. Рядовой. Пулеметчик 236-го стрелкового полка 75-й стрелковой дивизии. 16 апреля 1944 года в районе Пегальцы Гомелевской области в бою проявил находчивость. Сбросил на 4 немецкие мины свою шинель и тем самым разминировал их. Это дало возможность бойцам подойти к траншеям противника. В этом же бою личным оружием уничтожил еще 4 противников. За этот подвиг был награжден орденом «Слава 3-й степени». Первый Белорусский фронт весной 1944 года прорвал сильно укрепленную оборону противника в районе Рогачева, форсировал Днепр. В этой операции Джунусбеков Худайберген был тяжело ранен. 16 апреля 1944 года умер от ран. Захоронен в деревне Язвин Парического района Гомелевской области.